Яркий расписной добробус остановился рядом с администрацией Химок. Здесь обозначили точку сбора для выезда на экскурсию в музейный комплекс «Бородинское поле». Сегодняшнее путешествие пенсионеров приурочили к празднованию Международного дня пожилых людей. Поздравить химчан с праздником приехал Дмитрий Волошин, глава городского округа. Он также рассказал о самой программе «Добробус», в рамках которой для пенсионеров организовали познавательные поездки. Вообще мы планируем, наоборот, расширять. Потому что у нас живет пожилого возраста почти 60 тысяч в городе. Да, человек. А как мы один автобус перевезем? Три даже не перевезем. Преодолеть расстояние в 300 километров до деревни Бородино и обратно на добробусе несложно. Сиденья комфортные, проходы широкие, сверху просторные полки, положить сумки и вещи. К тому же для путешественников были предусмотрены угощения и подарки. Была организована праздничная экскурсия для наших пенсионеров в Бородино. Каждый из присутствующих на сегодняшней экскурсии получил пригласительный билет в театр «Наш дом Химки» на спектакль «Гамлет». Чтобы попасть на экскурсию в рамках проекта «Добробус», необходимо жить в Химках, иметь пенсионное удостоверение, а также обратиться в Управление социальной коммуникации по телефону 8 495 572 30 97. Расскажите специалисту, куда и когда вы хотели отправиться, а он предложит вам самый подходящий вариант.